Приветствую тебя, дорогой зритель, на связи Павел Чернышов, и в этом видео я решил записать подробную пошаговую видеоинструкцию о том, что тебе нужно сделать для того, чтобы принять участие в матрице, которая называется «7 шагов к успеху». Напоминаю, что название матрицы «7 шагов к успеху», а платформа, на которой стартует эта матрица, называется Matrix Land. Потому что некоторые путают матрицу с Matrix Land'ом и думают, что Matrix Land это и есть матрица. Нет, Matrix Land это платформа, на которой будут запускаться различные матрицы. И первая матрица, которой мы ждем запуска, которую ждут запуска уже несколько недель тысячи инвесторов, это матрица 7 шагов к успеху. Так вот, в этом видео я тебе подробно сейчас по шагам расскажу, что тебе нужно сделать для того, чтобы принять участие в данной матрице. Это видео я принял записать только лишь по той причине, что мне буквально каждый день пишут мои партнеры о том, что Павел, я не до конца понял или недопонял, что и как мне нужно сделать для того, чтобы принять участие в данной матрице. Хотя я вроде бы вот в этой статье на своем блоге про Matrix Land, который называется «Реальный шанс изменить свою жизнь за $5», все вроде бы подробно, понятно, пошагово, детально рассказал о том, что эта матрица себя представляет, и даже создал пошаговую инструкцию, говорящую о том, что и как тебе нужно сделать. Вот видим пошаговую инструкцию, но, видимо, этой информации людям все-таки недостаточно, либо они ее не замечают, и поэтому они мне задают вопросы такого содержания, что нужно делать для того, чтобы принять участие в матрице. Отвечаю на ваш вопрос. Для того, чтобы принять участие в матрице, которая называется «7 шагов к успеху», которая в ближайшее время стартует на платформе Matrix Land, вам нужно быть зарегистрированным на платформе CRP-центр. И если у вас там нет аккаунта, то принять участие в матрице проекта Matrix Land вы не сможете. Поэтому, если у вас нет аккаунта на платформе CRP-центр, то вам необходимо там зарегистрироваться. Если вы смотрите это видео на YouTube-канале, то вам нужно где-то же в этом плейлисте, либо где-то рядом поищите, вы сможете найти видео, в котором я подробно говорю, рассказываю о том, как и что вам нужно сделать для того, чтобы пройти регистрацию на платформе CRP-центра. Если вы же смотрите это видео на моем блоге, который вы сейчас видите перед собой, то вам нужно всего лишь перейти в обзор CRP-центра, после чего опуститься в самый низ, и в самом низу вы найдете подробное пошаговое видео, в котором я рассказываю о том, что вам нужно сделать для того, чтобы зарегистрироваться на платформе CRP-центр. Вот видим первое видео у нас, точнее вот первое видео детальный обзор и анализ платформы, а второе видео регистрация на платформе CRP-центр. Включайте данное видео и смотрите по шагам, что вам нужно сделать для того, чтобы правильно пройти регистрацию на этой платформе. Ссылка на платформу CRP-центр располагается прямо под этим видео. Нажимаете на нее и переходите на сайт CRP-центра. И если нет аккаунта, повторяю еще раз, вы там регистрируетесь. Если у вас там уже есть аккаунт, то вы просто входите в свой личный кабинет. Итак, после того, как вы вошли в свой личный кабинет на платформе CRP-центр, вам нужно поднять свои глазки в верхний левый угол и найти вот там вот такую вот кнопочку, которая отображается в виде трех серых человечков. Вот нажимаете на этих три серых человечка и попадаете в раздел Matrix Land. На данный момент интерфейс выглядит вот так, как вы его видите. Здесь у нас идет обновление в реальном времени. Это количество мест, которое осталось на текущий момент. Сейчас идет тест матрицы, то есть все эти цифры, они, скажем так, фиктивные. Матрица еще не запущена, а проходит второй или третий тест по счету. Вот можете в динамике понаблюдать, как здесь цифры убывают, как что происходит, как под вами становятся рефералы и так далее. Значит, слева у вас есть три вкладки. Первая – мой статус, то есть именно вот в этой вкладке вы будете проплачивать все свои места, проплачивать шаги. Подробнее об этом чуть дальше скажу, как что сделать нужно. Вторая вкладка – финансы. Здесь вы можете увидеть ваши кошельки. В данном случае кошелек DS Money – это как раз-таки виртуальный счет для теста матрицы, то есть вы тоже можете воспользоваться при тестировании. И третья вкладка – это рефералы. В данной вкладке отображаются все ваши рефералы. Вот здесь вы можете увидеть всех моих рефералов. На текущий момент у меня их 220 человек, причем количество рефералов растет стремительным образом. Буквально 2 недели назад было всего лишь 120 или 130 человек. Вот можем
отобразить по 100, можем по 50. Видим, что на данный момент активен ли в MatrixLand. Можем даже отсортировать, видим, кто активен, кто не активен. Но в данный момент идет тест, поэтому тот, кто принимает участие в тесте, тот у нас активен, а тот, кто не принимает участие в тесте, тот у нас не активен. Теперь возвращаемся к тому, как вам принять участие в матрице, что вам нужно сделать. Значит, первое, если вот здесь есть места свободные, видим, они уменьшаются с каждой минуты, буквально с каждой секунды. Если места остаются, тогда вы переходите на первый уровень, видим здесь уровень матрицы. Слева отображается циферка 1. Под циферкой 1 5 долларов. То есть первый уровень, стоимость 5 долларов. Здесь 3 человека, количество циклов на данный момент здесь 0 показано. И для того, чтобы зайти на первый уровень, то есть вложить в матрицу 5 долларов, вам нужно нажать вот на эту вот кнопочку «Активировать уровень». Приобрести уровень 1, информация, стоимость 5 долларов, проверка, что вы не робот. 40 минус 15, 25. Нажимаем продолжить. Со счета будут списаны 5 долларов. В процессе теста у нас используется счет DS Money. После официального запуска вам нужно здесь будет выбрать ваш счет Perfect Money либо Payer. Выбираете данный счет и нажимаете продолжить. Вы успешно стали в очередь. Ожидание очереди. Вот таким образом вы проплатили первый уровень. Видим, он стал немножко более яркий, в плане того, что циферка 1 и 5 долларов у нас теперь голубой, голубым цветом отображается, а не серым. Далее, для того, чтобы проплатить второй уровень, который у нас стоит 25 долларов, нам необходимо опять же нажать на эту кнопочку «Активировать уровень». Отвечаем на контрольный вопрос. 34 плюс 5 получается у нас 39. Продолжить. Далее выбираете счет, с которого будет производиться оплата, и еще раз продолжить. Все, вы встали в очередь. Вы проплатили второй уровень, итого ваш общий вклад в матрицу составил 30 долларов. Можем также проплатить и третий уровень. Нажимаем «Активировать уровень». 42 плюс 7. Нажимаем кнопочку «Продолжить», выбираем счет «Продолжить», ошибка «Исчерпан лимит мест матрицы». Ага, значит, мы не успели проплатить третий уровень. Видим, количество мест у нас исчерпалось, лимит на текущий час закончен. Теперь нам нужно подождать, пока у нас обновится данная матрица и не появятся новые свободные места. В процессе, пока у нас появляются новые свободные места, сама схема, сам движок матрицы, он обсчитывает всех тех людей, которые зашли в матрицу, то есть он делает перерасчет, смотрит, кто куда зашел, кто когда зашел, перераспределяет и так далее, и так далее. То есть после всех этих просчетов выдаются новые свободные места, и мы видим, у нас появилось 121 новое место. Вот теперь мы можем опуститься ниже и зайти на уровень 3. Активировать уровень. Стоимость данного уровня составляет 100 долларов. 45 минус 21, 24. Нажимаем продолжить. Выбираем счет. На счете, видимо, у нас достаточно еще денег. Нажимаем продолжить. А вы успешно стали в очередь. Итак, видим, мы активировали с вами 3 уровня. Итого наш общий вклад в матрицу составил уже 130 долларов. В процессе, пока мы вкладывали деньги на первый, второй и третий уровень, видим, что у нас тут обновились картинки, обновились уровни. Теперь мы видим, что вот это мы. Теперь под нами должно стать 2 человека. Это опять мы. Под нами опять должно стать 2 человека. Пока еще никто не стал. После того, как заполнятся вот эти вот места, мы перейдем на следующий шаг. Далее тут должно произойти, я предполагаю, то же самое и так далее. То есть вы можете здесь в динамике наблюдать весь процесс вашего движения по матрице 7 шагов к успеху. Вот, собственно, и все. То есть это все, что от вас требовалось для того, чтобы зайти в матрицу. После этого у вас есть выбор либо просто пассивно наблюдать за тем, как вы двигаетесь по этой матрице, кто вас двигает, с какой скоростью вы двигаетесь и так далее. Либо есть второй вариант, это принять активное участие в данной матрице и пригласить хотя бы на каждый уровень по 2 человека. Пригласив по 2 человека, вы тем самым переходите на следующий шаг, вот, и
продвигаетесь намного быстрее в данной матрице, нежели если вы будете пассивным. Но если вы будете пассивным, то продвигаться вы все равно будете, просто это будет немного медленнее. Я лично рекомендую вам принять активное участие в данной матрице и пригласить хотя бы двух человек. Если ваши партнеры сделают то же самое, то движение будет намного быстрее и ваши доходы будут намного стремительнее расти, нежели при пассивном участии в данной матрице. Также для активации ваших партнеров вы можете перейти в раздел «Рефералы». И всем тем людям, которые не активны, не принимают активное участие в матрице, вы можете написать им на e-mail, либо связаться с ними по скайпу, либо через соцсеть и поинтересоваться. Другой друг, что да, как дела, почему ты не принимаешь активное участие в матрице, неужели ты зажал $5 и так далее, и так далее. Ну, в общем, можете пообщаться с этими людьми, узнать, как у них дела и при возможности рассказать им о матрице, потому что велика вероятность, что те люди, которые под вас зарегистрировались, они вообще не в курсе о том, что на платформе CRP-центра запустилась такая матрица, в которую можно вложить всего лишь $5, а на выходе получить 150, 500, 1000 или даже 2000. Поэтому связывайтесь с вашими рефералами, принимайте активное участие, и профит будет намного больше, нежели вы вложили в данную матрицу. Благодарю вас за внимание, с вами был Павел Чернышов и до встречи в следующем видео.